Очередной сюрприз для Breaking News. Любой Intact, Рафник Атак, Украина, Лиеп, он здесь. Один из судей Red Bull BC One. Лично от меня вопрос о принципе судейства и на что надо обращать внимание. Что касается моего судейства, что на Red Bull BC One или же на сайферах, или же просто любая локальная туса, я всегда смотрю на музыкальность прежде всего. Мне кажется, на сегодняшний день у нас большая проблема с этим. Во-первых, музыка очень сильно изменилась. А особенно если мы говорим о фестивалях такого масштаба, она стала писаться специально для фестиваля. То есть это синтетические биты, сделанные специально под заказ, которые не несут вот этого грува, создающего желание танцевать брейк, как это было в оригинальных брейксах, взятых из полных композиций. Музыка должна на вас влиять, а когда вы одинаковые под любой бит, это странно для меня. Это как раз то, что отличает то, чем мы занимаемся, от того, что называется спорт. Понятное дело, это база, фундамент. Я бы не сказал, что Fundamentals это только, как многие считают, что это footwork или там только топ-рок. Fundamentals это намного более широкое понятие. Это все уровни брейкинга, то, как вы меняете уровни и то, как вы преподносите себя как бибой, как персонаж, как вы это позиционируете на сцене или в кругу. Это все foundation. Не стоит сужаться в этом. Выполнение всего, чистота. То есть это важный момент, особенно на таких больших ивентах. Мастерство выкручиваться. То есть у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, и ты сразу видишь разницу. Детали. Это то, что вы делаете между большими своими движениями, то, как вы наполняете музыку, помимо основных битов, это самое сложное, как по мне, это самое непонятное для многих, и это то, что забирает годы тренировок. Что хотелось бы сказать еще ко всему вот этому, подытожить, что я чувствую большую ответственность, если честно. Ивент, он очень масштабный, и все эти 5 дней, которые я здесь нахожусь, стрессовое состояние присутствует. Завтра я буду стараться быть максимально объективным. Но опять же, не забывайте, это все равно только мое мнение, это только мой опыт, то, как я вижу брейкинг. Сколько танцоров, столько и мнений. И если кто-то, например, недоволен мнением какого-то судьи, нужно постараться понять, что повлияло на этот результат, изучить, вернуться домой и сделать работу над ошибками. Каждое поражение или каждое решение, оно всегда дает тебе стимул расти дальше. Это невероятный труд, это сверхтруд. Как физически, так и духовный. Это подготовка сумасшедшая. Чего я вам всем желаю. Работайте над собой.